Нет, на сегодняшний день никаких обвинений я не получал. После того, как директор НАБУ и антикоррупционный прокурор объявили в телевидении, что я пропал, исчез, они меня разыскивают. Я прилетел сам, пошел, сделал визит в НАБУ и попросил, предъявите мне какие-то обвинения, скажите, в чем меня обвиняют. На самом деле, даже директор НАБУ меня принял и сказал, на сегодняшний момент к вам, вы пока не являетесь в статусе обвиняемого, вы нам пока не нужны, то есть вы пока можете идти, мы вас позовем, когда это будет необходимо. Вот такой у нас разговор с ним состоялся. Вот эта вся история напоминает мне, знаете, какой-то мультик, помните, был «Марио грабит банк». Вот, когда в одном городе знали, что в банке лежат деньги, знаете, и вот все там, полиция, эти все сидели, рассказывали, надо идти грабить этот банк, брать эти деньги. И каждый ходил и рассказывал, сколько кому нужно дать. Вот это типа вроде того. Каждый день идут какие-то обвинения, там, украдено столько, начали там 500 миллионов, потом миллиард. Сегодня там сказали, нашли 4 миллиарда. Знаете, вот кроме голословных заявлений никаких действий больше нет.